Антон Павлович Чехов. Подарок. Молодой человек, желающий сделать подарок своей невесте, после долгого раздумья решил купить пару лайковых перчаток. Он отправился вместе со своей сестрой в магазин женских принадлежностей и купил одну пару лайковых перчаток. В то же время его сестра купила дамские рейтузы. При доставке домой пакеты были перепутаны, и пакет с рейтузами был доставлен невесте вместе со следующим письмом. «Милая моя, посылаю вам мой маленький подарок, чтобы доказать, что я не забываю вашего дня рождения. Выбирал их, полагая, что вы в них нуждаетесь. Продавщица, у которой я их купил, показала такие же, которые она носит уже 3 недели, и они даже не запачкались. Как бы я хотел надеть их лично на вас. Конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше, чем я увижу вас. Я просил продавщицу примерить их на себя. Они на ней выглядят изящно. Не знаю вашего размера, но со временем я буду в состоянии судить о нем лучше, чем кто-либо другой. После того, как вы их разносите, они будут легче сниматься. Но когда вы их будете снимать, не забудьте их продувать, так как от носки они могут быть влажными. Мойте их чаще, не снимая с себя, а то не могут сесть. Надеюсь, вы примете подарок с таким чувством, с каким я его дарю. Наденьте их в пятницу на танцы. Как я желаю страстно видеть вас в них. Число поцелуев, которые я запечатлел на них с задней стороны, неисчислимо. Продавщица напомнила мне, что последний писк моды — носить их не застегивая, полуспущенными, чтобы они немного болтались. Крепко целую то, что находится в них.